Мы на пороге невероятных событий. У нас есть уникальная возможность прикоснуться к истинной магии. Запускаем КНБЗК. Это аббревиатура, что означает крипта на блюдечке с золотой каемочкой. Он все тут доизучался, и что имеем? Нечисть разгуливает по лесу. А вы сами себя слышите? Что за бред? Да полный бред. Если что-то сказочное там увидишь, не знаю, говорящие русалки или ведьма, это обман зрения. Привет, бабай! Здравствуй, Лешенька! В Калязине люди начали пропадать. Превращаются в русалок, в леших, во всякую нечисть. Если мы не остановим здесь, люди до зимы не доживут. Кого мы должны остановить-то? Наводнение? Чуму? Кого? Ведьму. 10 лет хозяйка стихии лежала себе, спала, а потом вдруг проснулась и сбежала. Мы с ребятами пытаемся защитить город от этой нечисти. Хозяйка стихии – это сущность, которой мы никогда не сможем управлять. Мы возьмем молот и размажем ведьму. Но сегодня тебе лучше забыть то, что ты тут увидел и слышал. Ну, помнишь, типа, как это, ну, кино такое, ну, люди в черном, ну, нет? Нет. Момент истины. Ну, вот если что, звони 01, спроси царевича, мой позывной. Серый волк. Царевич и серый волк.